Привет, контакт. У меня есть раритетный номер Сфинкс. Вот. Еще у меня есть наклейки с Лунтиком. Там, где Лунтик, Божья коровка и Кузнечик вместе. Еще у меня, значит, есть наклейки с Лунтиком. Там, где гусеницы. Цветок какой-то едят. Вы не думайте, я не только Лунтику. У меня не только Лунтик. У меня еще есть и наклейки с ранетками. Вот, я вам тоже их отдам. Значит, первая наклейка с ранетками там, где Лена с Дмитрием Михайловичем стоит. Вторая наклейка с ранетками там, где Аня. Ну, у меня много наклеек с ранетками, но с Женей очень мало наклеек с ранетками. Я ее не очень люблю. Значит, так. Еще у меня есть наклейки с папиными дочками. Вот с папиными дочками абсолютно всем участникам конкурса хватит наклеек. У меня их дофига, вот, выше крыши. Но они мне уже не нужны стали, поэтому я их хочу отдать вам. Условия конкурса, ну, во-первых, конкурс будет в несколько этапов. Условия конкурса такие. Надо сначала найти меня ВКонтакте. Мой ID 455. Снежинка, снежинка, снежинка. На 29 заканчивается, короче. Потом вы, значит, должны добавиться ко мне в друзья и написать то, что вы хотите поучаствовать в этом конкурсе. Вот. Вы, конечно, будете участвовать, но вы также можете и вылететь с этого конкурса. Ну, сначала, вот первое условие конкурса, это надо, во-первых, мне рейтинг поднять. У меня рейтинга очень мало, 35% всего. Надо мне его поднять. Ну, за один голос, там, или хотите, там, мне перечисляете как-нибудь голоса, я не знаю. И только пишите то, что это от вас голоса. Потом, значит, вы должны комментировать фотки. Плохие комментарии. За плохие комментарии вы удаляете из этого конкурса. А вот, вот чем лучше комментарии, тем меньше шансов у вас вылететь. Но если вы запишете ко мне в конкурс и не будете комментировать мне фотографии и видео, вы вылетаете автоматически оттуда. Ну вот все, участвуйте в моем конкурсе.